Ребят, всем приветик, это Сергей, Кентаки. Новая неделя, новый объем работы. На этой неделе у меня три Volkswagen. В общем, я назвал эту неделю неделя немецких машин. Первый Volkswagen — это 2012 года, вроде GTI, я так думаю. Ребята здесь мне уже помогли, соседи, сняли бампер, крыло. Эта машина, парень, страховая платит, я просто работу делаю для них. Эта машина попала в аварию, оленя сбила. Короче, сбил оленя, крыло в смятку, фара в смятку, бампер в смятку. Вот здесь надо новый капот будем делать. Вот здесь видно тоже дэмидж, вмятинка. Стойку будем ремонтировать, дверь новую меняем, заднюю дверку новую. Хотя, в принципе, можно сделать. Но страховая платит, значит, новую делаем. И заднее крыло ремонтируем. Вот, короче, такая работа. Всю бочину и мордочка. Это первый Volkswagen 2012 года. И следующий у меня — это 2018 года GTI. Ребята на аукционе купили эту машину. Она уже продана. Тоже для соседей это делаю. У меня сосед, он занимается только немецкими машинами, только Volkswagen'ами, Audi. Ну, иногда BMW-шки, Mercedes ремонтируют, в основном Volkswagen. Я эту машину купил на аукционе, она уже продана, и я ее заканчиваю. Что здесь? Вот капот ее стоит. Это родной. Я только вот новый поставил, прокрасил его внутри. Дверь новая будет с другой машины. Крыло новое, бампер новое, и вот здесь порог был вмято конкретно. Мы приварили с другой машины порожечек. Завтра буду шпаклевать. Ну вот такая еще одна машинка. Вот такой объем работы. И завтра приедет еще один Volkswagen Station Wagon. Вагон. Volkswagen Wagon Station Wagon. А там надо будет поменять дверь. Вот эта дверка лежит у меня. И отремонтировать переднюю и заднюю крылом. Завтра покажу эту машину. В общем, три Volkswagen. Надеюсь, на этой неделе все их закончить. Хотя навряд ли не получится. Ну ладно, поехали. Ребят, всем приветик. Новый день. Это Сергей. Продолжаю работать над Volkswagen. А пока работаю над беленьким. Сейчас должен быть еще один приехать. На пути он. Ну, в общем, одновременно работаю над этим, но пока все внимание вот этому белому. Вчера прокрасил запчасти, капот новый прокрасил, крыло. Ребят, кстати, вот кому интересно, инструмент Milwaukee, вот такой рэчет. Классный инструмент от американской компании Milwaukee. Feel. Обалденно, мне нравится. Ладно, дальше. Что мы? Прокрасили двери вчера. Прокрасили двери. Они другого цвета, с другой машины. Ну и сегодня мы эти дверки снимаем. Ставим полностью капот, крыло, две двери. И, скорее всего, занимаемся шпаклевкой. Подготавливаем машину по краске. Ну так, ребят, довольно быстро я накидал новые запчасти на эту машинку. Все прям как по маслу идет. Вот зазорчики идеально. Все закрывается. В общем, я доволен. А сейчас надо отремонтировать вот эту вмятинку на двери и заднее крыло. Вот, ребят, обычно, ну, кому интересно, как я это делаю. Для этого у меня есть такой грайндер. С диском я зачищаю где-то вот здесь на ребре. И вот такой у меня инструмент, называется статган. Статган, он приваривает вот эти гвоздики к панели, и потом вот этим молотком, пуллер называется, мы его выбиваем. То есть вот сюда присверливается, потом захватывается молоток и тянем на себя, тем самым вытягиваем эту панель. И потом зачищаем и шпаклюем.
Так, в общем, приварил я 3 гвоздика. И сейчас будет классно. Вот есть у меня такой клемп. Клемп называется. Вот так он сюда цепляется. И я могу прям равномерно вытянуть вот эту вмятинку. И особенно на этом ребре будет идеально. Вот этот клемп вообще четко работает. Сейчас покажу как. Вот так я его закрепил. Сейчас я специальным инструментом вот это вытяну. Так, ребят, в данный момент я использую это пого стик называется. Уперся в колесо. Смотрите, вот так тяну. Ой. Гляньте, раз. И ребро на месте практически. Так, ребят, ну вот, кузовные работы у нас в разгаре. Ремонтирую дверку, стойку и сейчас заднее крыло шпаклюю. Закончилась шпаклевка. Заказал вот новую баночку. Это 1 галлон шпаклевки. Я использую такую фирму Roberlo Maxi Fill. По-английски она называется Body Filler. Body, мы называем Body Filler. В народе просто Bando. Вот. Классная штучка. Вот такая здесь у нас вкусняшка. Свежачок. Эта баночка, галлон стоит $35, ребят. Ну, дороговато, возможно. Но есть еще дороже, есть дешевле. Поэтому можно и за $15 купить банку, можно за 50. Я выбрал вот этот, $35. Она просто хорошего качества. Ну что, продолжаем дальше. Ребят, вот наконец-то мне пригнали 3-ю машину. Это Volkswagen тоже. 3 машины, 3 Volkswagen. Это Station Wagon. Вагончик, видите, ударили в дверку, называется hit and run, кто-то ударил и убежал, вот, видимо, на парковке, вот, дверь меня полностью, вот здесь замята маленькая, внизу дверь буду тоже делать, и заднее крыло вот здесь тоже помято, в общем, 3 панели буду красить, дверь внутри, снаружи и дверку и крылом заднее. Вот. Значит, у меня этот Volkswagen. А, машина, кстати, ее только недавно купили. Номера еще бумажные. У нас вот такие транзитные номера. Когда человек покупает машину, выдаются вот такие номера. Kentucky Temporary Tag, временные номера. И на них катаешься, пока не придут по почте новые. Кстати, только что обратил внимание, эта машина... Это Hell Damage. Видите, крыша такая вся неровная в этих вмятинах. И сейчас покажу тоже, если видно, бочина. Она, в принципе, вся, видите? В маленьких вмятинах. Это говорит о чем? Что это Hell Damage. Hell Damage по-русски это градом бита машина. Капот тоже. Вся крыша. Видимо, ее по дешевке купили. Вот. На улице, в принципе, она серебряная, не так сильно заметна. Ладно, начинаем работать над ней. И тут же у нас вот этот Volkswagen. TR или R какой-то. GTI. И вот это тоже GTI. В общем, 3 машинки. Работаем. Ребят, сейчас установил дверь. Старую я снял. Он там валяется. Новую дверь поставил, подогнал зазоры, немножко петли ушли вправо-влево. В общем, здесь выставил, все в порядке. Вот сейчас надо будет шпаклевать внизу дверку и внизу крыло. В общем, все открывается, закрывается четко. Все просто сказка. Ребят, так как я один работаю и очень частенько снимаю, ставлю двери один, одному это очень неудобно. Держать дверь и одновременно вот тут болты откручивать, закручивать внизу и наверху. Вот поэтому вот этот, как он называется, я не знаю, suction cup называется. По-русски не знаю как. Suction cup. В общем, вот так она в любом месте цепляется. Допустим, вот здесь воздух закачал. Все, и можно не оторвешь. Поэтому я одной рукой откручиваю там, а вот здесь вот так держу, и получается просто очень удобно. Хотя можно домкрат использовать на полу,
Ну, мне это больше нравится. Ребят, всем приветик. Очередной день работы. Сегодня-завтра день покраски. Сегодня красим вот этот Volkswagen Station Wagon. Три панели. И я уже подготовил еще один Volkswagen. На завтра. Всю бочину красим. И перед бампер, капот. Машинка уже зачищена, готова, чистенькая. В общем, сегодня ее будем тейповать, отклеивать. В общем, красим сегодня-завтра. А третий Volkswagen, у меня не хватает сил. Это, наверное, проект следующей недели. Поэтому на этой неделе только два Volkswagen. Плюс я еще работаю вот над этой машиной. И вот на Kia Sorento передний бампер. И еще пригнали машина Chevy Tahoe. Chevy Tahoe. Вот здесь заднюю дверку надо красить. Мятинка. Небольшая царапина. Вот. В общем, ребят, все равно работы. Работы очень много. Ребят, приветик. Хочу маленькое видео снять, как мы вывозим запчасти на Junkyard. Металл сдаем. Вот эти все машины. Мы над ними работали, брали запчасти оттуда. И, в общем, какие-то детали я загрузил в эти машинки, потому что, ну, после работы остается много металла, и мы грузим. Так что вот так машины грузим на прицепе и вывозим их на металл, сдаем. И за это еще получаем денежку. Just smile. I'm just making a little video for my friends. Так, а здесь разворачивайся. Вот так, в принципе, все наши ребята русскоязычные, кто занимается машинами, вот так их привязывают на прицепы, на трейлеры и большими траками. Вывозят на Junkyard'ы. Так, ребят, первая машинка готова. Прокрасил я тут все три панельки. Плавный переход на крыло, на переднюю дверь. Ну, вроде неплохо. Вроде неплохо. Вот, и бампер на Kia. Передний бампер на Kia. Это тоже белый металлик. Ну что, все, выгоняем на улицу, загоняем следующую. Ребят, всем приветик. Новый день, 30 число. Сегодня четверг, неделька подходит к концу. И хочу сделать маленький обзор моей работы. Этот Volkswagen Station Wagon, который вчера красил, практически уже собрал. Здесь надо немножко подмарафетить, здесь полирнуть плавный переход. Вот здесь я тут делал. И, в принципе, все, машинка готова. А, Kia Sorento. Кстати, дождик идет на улице, классно. Kia Sorento. Sorento первый. Передний бампер сделал, забрали. И ребята пригнали Beamer, шестерка, кабриолет. Вот. И что у нас сегодня? Chevy Tahoe. Chevy Tahoe был запланирован на следующую неделю. С Infiniti ребята позвонили. Сергей, помоги. В субботу, вернее, в пятницу приезжает клиент. Забирают машину, и здесь нужно срочно делать вот эту дверь. Сегодня же поклюю, завтра рано утром крашу, в обед отдаю. Вот это Chevy Tahoe. И сейчас я... Да, кстати, Обама что-то там балаболит. Что-то происходит в Вашингтоне, я не знаю. Какие-то похороны. Ладно, бог с ним. А, и сейчас я крашу. Что я крашу? Пойдемте глянем. А, крашу сегодня белую GTI. GTI, мордочку, и вот эти дверки, помните, я ремонтировал, то есть, ну, прокрашивал внутри. Вот так, всю бочину красим полностью, и морду с бампером. Завтра эту машинку отдаем, мы ее собирать не будем, просто делаем покраску и все. Ну, а этот Volkswagen уже на следующей неделе, я не успеваю. Вот так.
А, ребят, здесь Обама выступал. Здесь, короче, в этом ЦК, Центральном комитете, хоронят кого-то черненького. Вот, и здесь похоронный процесс идет, прощение. Вот так. Ребят, ну вот все. Покраска кончена. Видите, какая красота. Какая снежная королева. Снеговичок беленький. Ну все, можно, в принципе. Краска, ну, лак подсох. Он уже не цепляется, можно бумагу снимать. И, ну, на улице дождь идет, пусть поэтому стоит здесь в гараже, в камере. Ребят, пятница. Всех с пятницей. Сегодня 31 число, пятница. А, закончилась неделька, заканчивается. Да, погода, правда, пасмурная стоит. Хотели завтра на озеро поехать, но, видимо, будем сидеть дома. Ладно, дома тоже хорошо, есть чем заниматься. Volkswagen готов. Дверь, которую я менял, сейчас человек приезжает, забирает, все в порядке. А еще одна работа на сегодня. Вот этот дверь буду менять. Вот эта простреленная машина. Мы так и потихонечку, две пули, видите, здесь прошла. Я потом покажу, может. Может и нет. Ладно. Короче, дверь меняем. Новая дверь пришла мне. И жду еще одну дверку на следующей неделе. Эту буду менять, дверь. Вот эту. По цвету решили заказать. Вроде все будет нормально. Это BMW-шка 650i кабриолетик на следующую недельку. Chevy Tahoe готов. Только утром покрасил. Буквально 2 часа назад покрасил дверь. Сейчас заднюю дверку вот эту красил. На, так, на отрез. Ну, вроде нормально, не сильно отличается. Сейчас должны приехать ребята с Infiniti забрать. Так, Chevy готов. А вчера покрасил эту машинку. Всю мордочку, ну, на видео помните, тоже готово. В принципе, моя работа закончена. Там кое-что там где-то мне буквально поделать на минут 10-15. И все готово. Вот, ребята будут ее сами собирать ее. А это проект следующей недели, Volkswagen GTI. Так, ну ладно, ребят, все. На этом неделька закончена. Еще раз всех с хорошей пятницей, выходных. И будем на связи. Всем удачи. Пока-пока. Берегите себя.